Логинов привел под толпу, но очень аккуратно, чтобы не были выписаны две минуты. Эрат. Кулик показывает, дайте мне, и я переверну ход игры. Действительно, Кулик обострил. Бросать не стал, сделал передачу на дальнюю штангу. Рачетин не накатывает, что-то повторно, пережег и бросал. Центр подошел. Невероятное спасение. Арбитр останавливает игру, выпускает шайбу из поля зрения. Действительно, феноменальная работа сейчас провел Свенберг, поскольку... Во-первых, вначале Пережогин выезжал на опасную позицию. Эрат отдавал ему блестящую передачу, потом было отскоку. Попову была уже возможность нанести повторный бросок. Вот эта атака, передача Эрата на Пережогина, отскок. И Попов здесь только Свебер мог помешать Попову. В прыжке он дотягивался одной рукой и зафиксировал шайбу.